Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телевидение «Мир», программа «Афиша». Сегодня мы постараемся вписать побольше информации в нашу программу, и связано это с тем, что процессы художественные активизировались. Конец октября традиционно перегружен событиями и мероприятиями, и все же главная тема сегодня – это открытие новой галереи. Это главное событие прошедших дней. Еще мы расскажем о двух выставках в Государственном художественном музее. Первая – это персональная экспозиция Юрия Юрова, живописца, а вторая – фотовыставка «Наш Алтай». Будет сегодня и вторая часть нашей встречи с Валерием Октябрем, начало которой можно было увидеть в прошлой передаче. Не только изобразительное искусство будет сегодня в афише. На днях мы встретились с народным артистом России Георгием Тихоновичем Обухом. Поводом стал юбилей актера. Будет в программе и музыка, назовем ее нетрадиционная. Это концерт, презентация нового альбома группы «Дядя Во» и премьера клипа барнаульских музыкантов Тимофея Янковского и Игоря Склярова. Ну а в финале программы обычные новости. Программа «Афиша» выходит при поддержке Краевого коммерческого Сибирского социального банка. Художественная галерея – это не музей, не выставочный зал. Это совсем иная организация, занимающаяся решением определенных задач. Для публики это совершенно непонятно. Висят картины на стенах, и в чем тут может быть разница? В Барнауле арт-галерея Щетининых не первая. В соседнем доме работает галерея Турина гора. Была у нас и темная галерея, были и другие попытки. Но это, конечно, особое. Во-первых, помимо произведений искусств, которые здесь можно не только видеть, но и приобрести, здесь же художники имеют возможность купить все необходимые материалы. А художественные материалы – на дело специфическое. Не просто кисти, краски и холст. Здесь много премудростей. Открытие галереи – событие наиважнейшее. Это прорыв в новое художественное поле. Дело в том, что именно галереи призваны формировать новое художественное пространство. Работа с авторами, с публикой, именно галереи выстраивают отношения, из которых строятся представления об арт-рынке. Открытие – это праздник, и были гости, которые поздравляли Ирину и Анатолия Щетининых, которые сами известные художники. Взяться за создание галереи – дело непростое, но у Анатолия Щетинина богатый опыт организации выставок, плюс неуемная энергия, присутствие оптимизма, и он характерный делец, в хорошем смысле этого слова. Для первой экспозиции Щетинины не стали мудрить, а представили собственную коллекцию. Кстати, в этом собрании есть редкие работы таких могучих авторов, как сам Чирос Гуркин. Какое будущее будет у галереи, нетрудно представить. Выставки самих Щетининых и их друзей, близких по духу художников. Хотя кто его знает, на что могут замахнуться и на что решиться галерейщики Щетинины. Юрий Юров, хоть и наш родной художник, но сломала его Европа во времена обучения в Санкт-Петербурге. И вернувшись в Барнаул, а было это уже давно, он выпал из обоймы привычных авторов. У него размашистая манера, монументальность его холстах – особый ход. Он могуч не только своей палитрой, но и конструкцией, выстраивая которую, как лоскутное одеяло, он втягивает зрителя в свое мировоззрение. Гиганты сделали свое дело, значит, последующее поколение встают на плечи этих гигантов и начинает изобретать, сочинять, придумывать что-то свое новое уже. Вот, пожалуйста, результат того прошлого накопленного и то, что подошло к сегодняшнему дню. Один из серьезнейших вопросов развития местного изобразительного искусства до сих пор стоит очень остро.
Специальное образование. Юрий Алексеевич в настоящее время заведующий кафедрой дизайна и архитектуры Алтайского государственного института искусств и культуры. И естественно, что от столь мощного живописца следует ожидать любопытных, необычных методик и представлений о процессе подготовки дизайнеров и художников. Где молодые новые художники? Где ваши выпускники? Ну, молодые новые художники еще пока как бы находятся на учебной скамье, еще познают, еще набирают опыт профессиональный, после стены института выйдут в жизнь, и вот тогда начнется процесс творческого пути. Вот тогда они уже будут как бы сочинять, изобретать, придумывать что-то свое, личное, субъективное, но на базе тех знаний, на базе той школы, вот, про которую я говорил. Если попробовать представить местное художественное пространство, то творчество Юрова – яркий хлесткий мазок, в котором просматривается динамика, четкое понимание направления и который перегружен эмоциями, не беспочвенной радостью, а осознанием происходящего. Фотовыставка «Наш Алтай» проходит там же, в Государственном художественном музее в соседнем зале. Сразу скажу, выставка впечатляет, но не содержательной частью. Размер и качество печати, вне критики. Техническое исполнение на уровне почти фантастическом. Эта выставка в некоторой степени презентационная. Главная ее задача – привлечь внимание к новому фотоальбому, посвященному Алтаю. Один из авторов этого проекта прекрасно известен – это Александр Провоторов. В принципе, фотохудожник. Я сам когда-то настаивал на таком определении, и марку он держит. А второй участник – Георгий Корченгин. Профессионал, высококлассный, из города Сургут. Старый товарищ и во многом учитель Провоторова. Ну а последний прекрасно знает Алтай. Он большой путешественник. Да, удивили эти авторы публику и профессионалов монументализмом. Но на этом, пожалуй, и все. Что же касается альбома, за исключением размера он прост и вызывает недоумение дизайнерским подходом. Оформлен он в стиле традиционном. Непонятно, зачем надо было делать фотографии в разворот на две полосы, когда на сгибе все теряется. Монтировать, например, два снимка в стык на одну полосу, ставить сплошной текст в несколько страниц перед каждой главой. И вообще, складывается впечатление, что альбом этот из прошлой эпохи, годов 70-х прошедшего столетия. Не знаю, каково участие в этом проекте Александра Провоторова, но знаю, что больше половины фоторабот и на выставке, и в альбоме Георгия Корченгина. Видно и общая идея его же. И еще один момент. К этой экспозиции Провоторов привлек сыновей Алексея и Василия. Ребята, они молодые, но талантливые. И есть им у кого набраться мастерства. Если вы бываете в театре, в нашем, драматическом, то знаете такого яркого, характерного актера Георгия Тихоновича Обухова. Его невозможно не знать. Он 43 года из 65 на этой сцене, и он народный артист России. Он много сыграл и наверняка еще сыграет. Очень хочется в полную силу работать. Мне думается, есть возможность. А на каждом из нас эта возможность. Ты должен ее чувствовать и понимать, и оценивать. Но оценивать так трезво и самокритично. Сколько сил, чтобы не было противоречий. Но театр – дело такое коллективное. Не только от тебя зависит. Будешь ты в полсилы жить или... Мне всегда в этом смысле везло, что я... жил полноценно в театре. А полноценно – это значит работать, репетировать, играть в спектакли, быть востребованным. Актеры, порой не задумываясь, не желая этого, попадают в определенные рамки одного амплуа. Комик, трагик, герой-любовник Георгий Обухов
Как человек по-настоящему театральный, а мир сцены и закулисья особый, там правила свои не избежал условности. Как называлось, характерный герой, человек, который вот... Но вот есть дело, есть позиция, есть принцип, за который человек, может быть, может даже отдать жизнь. И так он верит в то, что делает, или хотел бы, чтобы что-то в нашей жизни изменилось. Вот эти люди мне были дороги всегда. С позиции, с начинающейся позиции, таким, с процессом, с развитием. Следующий спектакль, в котором вы репетируете сейчас Шекспира, Ромео и Джульетта, у вас там тоже, насколько я знаю, очень интересная и характерная роль. Да, мой персонаж Лоренцо, как бы сейчас сказали, священнослужитель, человек, пошел на колоссальный риск. Риск, на карту поставлена жизнь и собственная, и молодых людей. Во имя. И тут может быть редкий случай, когда цель оправдывает средства, потому что восстановить мир там, где он рушится, и восстановить, поддержать начинающуюся, что он почувствовал. В этом его, может быть, тонкость, талант, зарождающаяся любовь, и поддержать, и рискнуть. Знаете, священнослужителю много не положено делать того, что он даже, может быть, через заповеди переступает. Но дело, которое он хочет поддержать, мне кажется, очень правое. Мир и любовь. Мир театральный. Только нам, зрителю, кажется условным. Вот вышли актеры, показали историю, где все как бы по-настоящему. Актер – это и есть реальность. Мир, где главный персонаж. Но для публики важен, в конце концов, актер с его талантом и душой. Совсем недавно вышла ваша книга, у нас здесь вот такой рояль в кустах. Это полноценный художественный альбом. На мой взгляд, это первый такой крупный и удачный проект в области вот пропаганды изобразительного искусства, да, полиграфическими методами и способами. Скажите, пожалуйста, делая альбом, хотелось вместить в него, скажем так, всю ретроспективу своего творчества? Или он был отдельно на что-то рассчитан, на какую-то идею показать вот только одну грань вашего искусства? Я думаю, может быть, не настолько одно, а как бы захватить тот период, какой-то небольшой период творчества, последний период творчества художника. Потому что ретроспективой здесь невозможно все это назвать. Здесь просто этап. Вот сегодняшний этап. Года два назад и на сегодняшний день. Вот это вот ощущение моего творчества, моей жизни и моей концепции, отношения вот к этому искусству. Поэтому какие-то работы уже ушли, какие-то еще нет, но альбом просто существует. Я рад, что издали альбом, причем очень в хорошем таком, я бы сказал, эстетическом качестве. Великолепная графика, бумага, цветовой колорит. И поэтому я доволен, что мое творчество показано в этом альбоме именно с точки зрения сегодняшнего восприятия моего искусства. Действительно, это первый настоящий художественный альбом. Выполнен он по всем правилам, и он полностью раскрывает авторский замысел. Представить широкой зрительской аудитории творчество одного автора. Конечно, это не ретроспектива. Скорее всего, альбом этапный. Накопились работы, есть опыт, есть пережитые эмоции. И для полноценности необходимо обобщение. Понятно, что будут у Валерия Октября новые работы. Да и есть они уже. Будут выставки и появится еще одна книга. А почему бы и нет? Не просто, наверное, быть первым. Не только вот в продвижении там символизма, да, нетрадиционного искусства, нового искусства,
Ну и вот, перешагнуть обыкновенность и издать такой альбом. То есть кто-то говорил, что а зачем, а нужно ли это? Я считаю, что нужно делать все, стараться, во-первых, делать все на высшем уровне. Если писать, то писать от души, выкладываться в какое-то малое количество времени или большое количество времени, кто как может писать, но выкладываться, выкладывать те свои ощущения, ту свою близну, которая восприятие жизни, вот на сегодняшний день, который ты накопил, весь опыт, вот это все образование вот тебе накопилось внутри, так ты выплесни ее. И также вот эта книга, это просто как при душе мой накопившийся, вот он выплеснулся вот в таком формате, в таком вот образе, разрезе, в таких каких-то понятиях с моих. И не просто, я доволен этим. Презентация нового альбома группы «Дядя Гон» в чем-то явление уникальное, хотя бы потому, что группе 16 лет, а альбом всего второй. «Дядя Гон» — коллектив необыкновенный. Это большая тусовка, где все закручено вокруг Евгения Чикишева, автора и музыканта самобытного, утонченного. Его всегда тянуло к эзотерическим изыскам и этнокультуре. Но когда-то все же просматривалось в его музыке стремление к европейской культуре. Сейчас же все чаще Чикишев вводит дядю Го в азиатскую ментальность, на какие-то архаические пласты. Не зря, наверное, он совместил презентацию альбома «Шакти» и интерактивное действие проекта «Скифы». «Скифы» — это тоже Чикишев. И та же компания, только в процессе участвуют древнейшие музыкальные инструменты, реконструированные местным музыкантом Гнездиловым. И все же «Дядя Го» — это интеллектуальный, высокоэмоциональный продукт, воздействующий на сознание иррационально. И воспринимать его способны только подготовленные слушатели. Это музыкальная зауми, насыщенная символами и знаками, пропитанная мифотворчеством. Естественно, отсюда и костюмированность, и грим, и поэтика всеобъемлющая. И пусть я для милой тук-тук и ха-ха. Эх, дружки-подружки, вали ко мне в дом. Не в вод и не в воду, не в сено, не в дом, а в черную где снег и метель, и пусть я для милой дудук и сверь. Музыкальных инструментах. Это почти волшебство, когда первый раз видишь, понимаешь, невероятно. Но факт очевиден. Барнаульские музыканты Тимофей Венковский и Игорь Скляров играют на стаканах и стеклянных цилиндрах. Их знают в Европе. Они играли в Большом театре. Они записывались с Борисом Гребенщиковым. Альбом «Песни рыбака». Удивительно тонкая композиция «Туманно-дьянцы» сделана с их участием. Они живут в Барнауле, работают по миру. Выпустили альбом и пока один видеоклип. Премьера у нас в программе «Афиша». Thank you.
Дамы и господа, я рад, что сегодня, если вы, конечно, смотрите программу в субботу, 1 ноября, а не в неделю в 13:30, вышел в свет новый глянцевый журнал «Я покупаю». Не стану лукавить, но самый лучший материал в этом издании, конечно, посвящен искусству. Это, конечно, было нескромно, извините, но мы стараемся все возможное делать для пропаганды искусства. Но перейдем к новостям. 2-го в Краевом театре драмы с юбилейной программы выступает шоу «Театр Калейдоскоп». А в это же время в концертном зале по адресу Комсомольский 108А играет русский камерный оркестр. 3-го в концертном зале АГИК Ленина 66 выступит «Братский театр». Любопытный коллектив. 4-го в галерее Турина гора откроется персональная выставка произведений художника Василия Куксы. А в Краевом театре драмы со своей сольной программой на сцену выйдет Георгий Есаян. А 5 ноября мировое событие, премьера 3-й части кинобестселлера «Матрица. Революция». А в это же время в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» свой праздник. Один год со дня открытия в новом качестве. Мероприятие обещает быть грандиозным, с подарками и призами. И сколько бы лет ни было миру, главным остается кино, ведь оно важнейшее из искусств. До свидания, до встречи. Ты приедешь? Такси Сити 61 11 11.